На конкурс дети читают стихи. Гриша Виталий, 11 лет, город Паласовка. Михаил Анчаров, баллада о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте. Впереди колонн я летел в боях, я сам нащупывал цель. Я железный слон, и ярость моя глядит смотровой щель. Я шел как гром, как перст судьбы, я шел, поднимая прах, и автострадой кровавый бег наматывался на тракт. Я разбил тюрьму и вышел в штаб, безлюдный, как новый гроб. Я шел по минам, как павша, мне дзоты ударили в лоб. Я давил эти панцири черепах, пробиваясь вглубь нарыв, и дзоты трещали, как черепа, и лопались, как нарыв. И вот, среди раздолбанных кирпичей, среди разгромленного барахла, я увидел куклу. Она лежала, раскинув ручки, символ чужой любви, чужой семьи. Она была совсем рядом. Зарь распухла, колпак летит, масло, как мозг кипит. Но я на куклу не смог наступить, и потому убит. И занял я тихий свой престол весенним шелестом трав. Я застыл над городом, как Христос, смертью смерть поправ. Я застыл, как застывший бой, кровенеют мои бока. Теперь ты узнал меня, я ж любовь, застывшая на веках.